Всем привет! С вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такой вот сыр ассорти номер один. Покупала его в магазине «Красное-белое» в районе 80 рублей. Так вот он выглядит. На вид, кстати, очень красивый, но видно, что маленькая. С этой стороны видно, какие. Сначала, когда я покупала, он мне показал, что там жидкость. Но нет, она просто в таком сухом виде. Тут вот находится состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Так, срок годности у нее 2 месяца, она может так лежать. Здесь, посмотрите, есть укропчик. И, по всей видимости, тут 3 вида сыра. То есть, такой вот один, копченый вот это вот, наверное, 2. И вот тут 3. Но все равно, конечно, это очень мало. Здесь всего тоже 100 грамм наверняка. По-моему, вроде бы. Давайте ее откроем, посмотрим, что же у нас там внутри. Ну, ее, кстати, в компаниях удобно открывать. По сути, так вот раз открыла, и, считай, она лежит в своей тарелочке. Так, давайте посмотрим с вами поближе. Пахнет, кстати, вот этой вот копченостью. С вами пробую первый раз. Ни разу не пробовала. Здесь вот с укропчиком пробуем. Вкусное, мягкое, нежное, меру соленое. По вкусу напоминает обычный сыр. Белый сыр. Немножко схоже как будто с брынзой, что ли, или что-то вот такое. Чувствуете чуть-чуть вот специи. Честно, ничего особенного. Вот это, наверное, копченый, скорее всего. Давайте его попробуем. По вкусу вроде бы как будто бы копченый. Но, знаете, вот честно, такой отдаленный, далеко-далеко-далеко такой вкус. Сильно копченый, более вот, кстати, вот этот сыр, сейчас предыдущий был обзор, тоже выйдет где-то там. Вот этот вот обалденный. Вот он даже, смотрите, он более темный, чем тот. Очень вкусный. Здесь вот прям вот отдаленное ощущение, как будто это два одинаковых сыра. Просто этот заветренный там потемнее, а вот этот беленький. Не знаю, мне кажется, даже, наверное, вот эти палочки тоже самые будут вкус. Давайте возьмем вот этот вот. Попробуем, да? На вкус абсолютно то же самое. Ощущение, как будто это абсолютно один и тот же сыр, просто в разных видах. Ну, в принципе, они лежат все вместе, как один и тот же. Кстати, немножко даже пересоленый вот этот вот. Честно говоря, мне не очень понравилось. Я, честно, удивлена очень сильно, что на вид они разные, а по вкусу одинаковые. Не знаю, пишите свои комментарии обязательно. Ставьте лайки, я стараюсь для вас. Обязательно подписывайтесь вот тут в уголочке. Мне будет очень-очень сильно приятно, если вы подпишетесь и напишите комментарий. Ну, не знаю, такой у нас обзор, мне не понравился, честно. Хорошо, что я взяла один. Вот, а вот тот, вот этот вот сыр мне очень-очень-очень прям понравился. Он обалденно вкусный, это не реклама. До этого я сейчас его попробовала, мне понравился. Это, я не знаю, просто угостить человека к пиву. Вроде как будто побольше визуально. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Всем пока-пока.